Лесной пожар в настоящее время опустошает Калифорнию и оставляет за собой непостижимые разрушения. В воскресенье детеныш горного льва оказался в ловушке лесного пожара, но, к счастью, был найден и спасен пожарным, который смог доставить его в зоопарк Окленда для лечения. Рентген показал, что детеныш, к счастью, не сломал ни одной кости, и не получил каких-либо серьезных повреждений легких в результате вдыхания дыма. Однако мягкие ткани лап детеныша были значительно повреждены, и детеныш остро нуждался в обезболивающем. Маленький горный лев также нуждался в антибиотиках, чтобы предотвратить любые инфекции, и ему также требовалось дополнительное количество жидкости. Помимо повреждения лап, у детеныша также было обнаружено раздражение глаз. Но в целом детенышу повезло. Маленький детеныш, которому было всего от 4 до 6 недель, весил меньше 4 фунтов, и его приходилось кормить смесью через шприц. Зоопарк Окленда обратился за помощью в учебную больницу ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе для лечения маленького детеныша. На данный момент маленького детеныша все еще лечат от ожогов, но прогноз у него положительный. Благодаря квалифицированной ветеринарной команде и непоколебимой преданности Оклендского зоопарка, мы надеемся, что маленький детеныш будет успешно вылечен и реабилитирован. Поскольку теперь он сирота, детеныш не сможет вернуться в дикую природу после того, как выздоровеет. Он слишком молод, чтобы выжить самостоятельно, и поэтому должен быть передан на попечение аккредитованного зоопарка, который сможет подарить ему долгую и счастливую жизнь. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.